туда-туда колеса выкручивай. Да-да-да-да-да, сначала туда. Вот для чего нужны внедорожники. Ребят, эмоции, ребят, утихли. Я вон оттуда вон аж прибежал. Ребята, Казань приехал к нам в Самару. И Самара его одарила первой монетой, которую он поднял в Самаре. Сегодня это Николаевский рубль, ребята. Смотрите, что, а? 1897 год. Вот это, Паха, красавчик. Вот это, да. А деревня копана. Копки имеются. Ну, красавчик, вообще огонь. Где танцы-то, Паш? Красавчик. Вообще бомба, ребята. Видео состоялось уже этим рублем. Первая монета Пашки и рубль. Зачет, Паха, бля, поздравляю, вообще классно. Ну, видите, фундаментные камни. Вокруг фундаментов там шурфили, там пытались, здесь тоже пытались. И не зря пытались. Рядышком-то рубль был. Кто узнает места, просторы? Кто узнает свой шурф? Рубль, а ты находил рубль, Сережа? Второй, говорит, сейчас рубль. Он знаешь, что сделал? Да знаю, он его любит так. Нет, он положил его обратно. Я говорю, смотри, блядь, еще один, блядь. Сережа, блядь. Он так Илюшу пятачком, блядь, советский. Поздравление, красавчик. Пять раз он его. Ну, как говорится, самогон-то я уже знаю, для чего привез, да? Это и че? Ну... Сосуд? Именно в каждом сосуде ваши ники. Ну, ребята, и кто же у нас под цифрой номер 3 в этом боксе находится? Ну и давайте посмотрим. Там находится, ребята, бумажка. Вон она. Поздравляю Коля Иванова. У него, наверное, сейчас вот здесь вот было, прям, знаете, ребята, наверное, сердце немножко придавило. Итак, ребята, к нам подъехал еще один Костян, всеми известный Ястребов. Всем привет. Здорово, Костя. И смотрите, какую он... Эх, булавочка только что отвалилась, ребята. Это... Срану паять. Это ранний знак Ким. Кстати, первый у меня. Да? Да ладно, столько откопаешь. Да. Ничего себе. А Ким есть? Ким есть, а такого нет. Ага, ранний ВЛКСМ, ребят. Зачет. Информацию приложу, ребят. Исторический факт данной находки. Так что приятного просмотра. 29 октября 1918 года в молодом государстве был создан Российский коммунистический союз молодежи. Первый знак был учрежден в 1918 году и представлял небольшой красный флаг со звездой и аббревиатурой РКСМ. Вручался он вплоть до 1923 года. Знак является редким. В октябре 1922 года на 5-м съезде комсомола был утвержден новый вариант знака. На флаге в круге изображена звезда, а в ней вписаны буквы К и М. Ким – коммунистический интернационал молодежи. Значки вручались членам комсомола. Существует большое количество разновидностей. На булавках, на закрутках, на цепочке. С разной отделкой эмали. Из-за большого количества разновидностей цена значка варьируется от 1000 до 20 тысяч рублей. Да, недаром мы песни запели про лихой 18-й год. Эти юноши в старых шинелях испытали немало невзгод. Шли с рабочих окраин ребята за родную советскую власть. Эти парни в матросских бушлатах поклялись победить или пасть. Следующий тип комсомольского значка был утвержден на 3-м пленуме ЦК ВЛКСМ в 1945 году. Знак повторял предыдущий, но вместо КИМ использовался аббревиатура ВЛКСМ. У значка существует множество типов, и они различаются по заводам-изготовителям. Металлу
и способ укрепления. Средняя цена значка 500 тысяч рублей. Но это другая история. Был еще один вариант значка в ЛКСМ, более позднего варианта. И просуществовал он вплоть до 1991 года. Надеюсь, вам было приятно, а сейчас возвращаемся на наш шикарный шурф. Приятного вам просмотра. Ну, зачетно, классно. Первая у Костяныча находка сегодня. Не, ну первая гильза была. А, гильза. Пойдет. Такого. Вот такие красоты, ребята. Вон тот вон дом стоит. Он ковыренный по углам, но так и не шурфленный. У него еще крыша сена, ребята. Хворост. И там вон живые еще фундаменты есть. Вот, а мы пока там вон советики копаем. Ребят, только что камеру выключил и Костяныч даже не протирал. Ой, да ладно, представьте, нифига. Ребят, это прыжки вот это, с парашюта. Это ранний медный знак. Ну, у меня такой же выдавался, когда подожди, я прыгал. Дай смотри. Здесь вот должна быть циферка, и здесь показано количество. Нет, циферка количество это на современном. Смотри, моль целый, блин. Он живет там, где. Но без закрутки. ВДВшник там был, короче. Блин, советское да. Время, да. Вообще, смотрите, десантник, десантный. Между мальчик. Прочим, это награда. Награда Костяныча. Костяныч у нас тоже, это, как говорится, ВДВшник. Отмечает каждый год ВДВ. В 20 сантиметрах. Ну, зачет, зачет. Там, походу, какой-то комсомолец. Да. Рвал рубаху. Комсомольцы любили, блядь, такие побрякухи в свое время. Зачет, зачет. ВДВшнику прыжки с парашюта. Класс. Ребят, у нас... Костяныч говорит, ты со мной рядом походить не хочешь? Смотрите, значок, а вон там он пряга. Ух ты, ешь твою налево. Ковырнул немножко. Разданул, а вот здесь свежее. Сейчас искать буду. Там походу есть. Сейчас буду искать. Ребят, пряга, орляночка. Целая, не гнутая. Ёма. Зацепы, ворота. Сейчас искать. Зацеп, походу, только что отвалился. Я походу, видишь, врез в лопаты. Ничего страшного, он появится. А ты только на прошлом копе обменял с Михалычем. Да, да. Седьмая у меня будет. Зачет. Ну ты, Костяныч, дай. Смотри, глубина какая. Глубина? Да. Глубокая. Фишер 75. Всегда вам говорил, что Фишер 75 хороший прибор. И, кстати, смотри, тут где-то я выкинул, а вот. Это тут. Ну это чернозем, это не дом, это потеряшка верховая. Нет, там, видишь, глина. То есть, может быть, стаскивали. Может быть, сдвинули, да. Все, я коп себе сделал, можно домой. Хорош, ты че, мы на пару ночей. Костян! Ой! Паш! Я снимаю на камеру, Паш! Ну я поворачиваться не буду, так что страшно. Да. В глине была, Сань. В глине? Да, вот смотри, видишь глину-то, вот она. Угу. Это я ее сковырнул. Ну, походу, тебе вон там надо нафигарить, искать. И это еще одна, ребята, сегодня шикарная находка. Шикарная. Смотрите, все нагнулись, я говорю, сама вылезла. Смотри, а тут еще дудка рядом. Дудка, а вот выпала монетка. Монета всех нагнула. Смотри, смотри, чек с Алиэкспресс сразу лежит. Пятачок. 1700, блядь. Да-да-да. Пятачок какой-то. Хрен его пойми. И какая-то тут... Это бегуди, дудка, блядь. Бегуди резиновая. Ладно, прикиньте, ковырнул, монета сама выпала. Это я удачно ковырнул. Ребят, у Сереги там троечок. Какой год, Серый? Натирает. А у меня пятачок. Пятачок тоже натираю, но 56-й год. 56-й. Вот такой вот выпал монетосик. Пойдет? Пойдет. Сопутка, ребята, интересная. Выскакивает, смотрите. Стекло. Именно стекло церковное.
Здесь святые. Здесь у нас храм. Вот также встречается Кузнецовская, Аптечная. Вот, в общем, сопутка хорошая, но монитосы не очень. Ребят, решил вам еще одну монету заснять. Советики как бы идут, двушечки. Вот, но это пятнашка. Пятнашка, 40-й год. Ой, что-то я не попал в кадр. 40-й, да, 40-й год. Вот такая пятнашка. Да, как ты все любишь, ребят. Ну, медалька, ребята, первая медалька сегодня. Я пацанам говорил, блин, я приехал за медалями. Да, но, так и было. Но медали копает у нас Паша. Медалист казанский. Да. Дело, наш, дело наше правое, мы победили. Ну, сталинское. Пока еще не победили. Ну, пойдет. Ну, мы уже в процессе. Зачет. Я имею в виду, победим. Шур. Еще, наверное, будут здесь медали. Будут? Будут. Твои. Мои. Серега только что говорил, не выключай, Санек, пушечка! Не выключай. Советы. Ну-ка, натрем. 24-й, да? На 25-й, Серега. Сука! Вторая двушка, ребята. 24-й. Серый так ее тер, аж до чистого металла протер. Видите, да? 25-й не вышел. Да, 25-й не вышел. Но они есть, ребята, они есть. Обязательно есть. Что-то там еще опять пиликает, что-то. Там еще одна, давай. Что-то пошло у всех, блин. Гильза. Все покушали, потому что. Да. Эх, не попал чуть-чуть. Сигнал очень отличный, но гильза. У тебя был что, Паш? А? Был у тебя сигнал? Нет. Не был? Нет, кстати, был. Это у Макса был, что? Да. Вот. Ладно. Копайте свои кокальки, я царей буду копать. Ребята, и первую находку снимаю Макса. Макс Веселов. Веселый пацан, блин. Он, конечно, его раз черканул, два черканул. С этой стороны тоже, походу, три. Это пятак, 24-й год. Крупная медь. Ну, как по такой меди не черпануть, да? Можно было раз 15. Я старался. Ну, мы заметили. Вон он. Бороздочки. Ну, не знаю, как сохран, как почистится. Непонятно. Сохран, пока сказать ничего нельзя. Вот. Но 24-й. 25-го мне суждено быть. Крайне царская формочка. Ребята, слева Костяныч пятачок трет. Не видно годку? 36-й? Пока не могу сказать. Угу. Ну, а я могу сказать то, что у меня на этом фундаменте первая царская монета. Да, походу, она здесь первая, да? Да. Ну, кроме пряди здесь. Так, 1916, по-моему. Если не ошибаюсь, 1916, да. Ну, вот такая вот монетка. Ну, пойдет. Ребят, советиков здесь предостаточно. Я как бы уже не снимаю. Но Костян очередная двадцатка. И это у нас, ребят, на этот раз щитовичок. 31-й год. Вот. У него здесь одни двадцатки лежат. Смотрите. Нет, пятерка еще была. Я не снимал их. Вот двадцатка. Вот двадцатка. Пятнашка и двадцатка. Все двадцатки лежат. Ну, пойдет, что? Пойдет. Все ранние. 30-й, да? Хорошо, да. У меня, ребят, там находка такая странная. Я таких как бы и не встречал. Не видал. Вот. Не знаю, похоже на кайло. Но кайло, ребята, с двух сторон, а это с одной. Вот такое хреновина откопалось.
Да, какой-то ледоруб. Ну, такая штука. Ладно, продолжаем. Ребят, продолжаем копать. Мы здесь. Пацаны на том фундаменте. Вот она. Выпала трешка. Трешка 29-й год. То есть радует тем, что это как бы ранняя трешечка. Но я и не за трешечки начал снимать, а из-за того, что рядом Костян шурфит. И вот смотрите, какая ёшкин кот толщина фундамента. Вы видали? Метр, ребят. Метр. Вот я ноги расставил. Толщина фундамента метр. Большая. Да, вот смотрите. Лопата. Офигеть. Вот раньше делали на века, ёшкин кот. Дом, походу, вообще огромный. Туда дальше идет. Да. Раньше делали, так делали. Не то, что сейчас. Итак, ребят, сегодня у нас просто-напросто день портретников. Смотрите, еще один, ребят. Еще один портретник. И снова это Сталин. Дело наше правое. Мы победили. Причем это разновид. Медь. Выполнен в меди. Все, ребята, это на пасашок. Последний сигнал. Я пошел в лагерь. Поужинаю и спать. А пацаны пускай копают. Итак, ребят, на этом я буду заканчивать первую часть нашего выхода. Он оказался достаточно продуктивный тем, что мы сегодня откопали достаточно большое количество портретников. Да-да, ребята, портретники. Портретники у нас оказались три медали и рубль николаевский. В общем, откопали классно. Советов надергали куча, больше сотни. Ну, на обзоре увидите. Ну а завтра будет новый день, новое приключение, так что смотрим вторую часть. А сейчас спать. 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 Вот полуношники шатаются. Сейчас пойдем спать. Все.